Добрый день, хотел бы презентовать вам бубен моего изготовления, немножко рассказать о нем. Вот так. Сейчас, как мы видим, обечайка не круглая. В дальнейшем эта проблема уже исправлена, и уже есть круглые обечайки, сделанные из ореха, ясеня. Вот. Все было дело в том, что для этого круга использовалось всего лишь две струбцины, и поджать идеально было невозможно. Сейчас все очень-очень хорошо. Кожа у нас козья, была получена по обмену. Очень тонкая, качественная кожа. Прекрасно имеет свойства и звук. Мы можем видеть, что она абсолютно прозрачная и идеальная. Обечайка сделана из дуба. Дуб немножко тяжек по гибке, но мы справились, вернее, я. И обечайка имеет вот такие вот элементы. Эти элементы созданы для дополнительной натяжки кожи после того, как вот здесь вот находится металлическое кольцо. Сначала кожа натягивается на кольцо, оно сделано таким образом, чтобы кожа натянулась как следует. И затем при помощи вот этих дополнительных элементов на обечайке кожа натягивается еще сильнее. Мы можем, вы видите то, что здесь на обечайке присутствует, то есть при натяжке присутствует много узлов. Вот это, вот здесь вот, что портит внешний вид и красоту. Дело в том, что у меня были только маленькие жилы по 60 сантиметров, и мне приходилось их связывать. В дальнейшем я буду использовать абсолютно длинные жилы, и вот таких узлов на обечайках не будет. Это все будет выглядеть очень красиво и аккуратно. И, соответственно, ручка будет гораздо толще. Это тоже было сделано из остатков, но она достаточно крепкая и держит. То есть для игры она подойдет. Собственно, что еще сказать по бубну? Буду делать вот обечайки, вот этот круг деревянный, из ореха, ясеня, может быть, других пород, которые поддаются гибке. Надо пробовать, все будет зависеть от вашего желания. Вот. Собственно, вот такой вот бубен. Сейчас попробуем продемонстрировать его звук, но я думаю, что фотоаппарат просто не возьмет все качество того звука, который хотелось бы вложить. А профессионального оборудования у меня записи, к сожалению, пока нет. Такой вот бубен. Сейчас я поставлю фотоаппарат. Также надо будет сделать колотушку. Другую эту колотушку от старого бубна. Ну что ж, попробуем. Thank you.
Вот такой вот бубен.